реально все это делаете? Да, а все думают, что во время технического осмотра только масло меняют. Так как на самом деле это настоящий медосмотр для машины. Да, можно сказать, и после машины полностью готова к эксплуатации. И что именно вы делаете во время технического осмотра? Потому что вообще-то толком никто и не знает. Существует целый ряд сервисных операций. По необходимости также заменяются некоторые детали. Например, вот, допустим, салонный фильтр, воздушные и топливные фильтры, тормозная и охлаждающая жидкость и ремни. Да, широкая программа. И для каждого автомобиля у нас специальная программа. Вот это сертификат контроля для клиента. В нем все проведенные сервисные операции, а также, если есть, комментарии по поводу состояния деталей и рекомендации на будущее. В общем, регулярные технические осмотры – это как медицинские осмотры. Это обязательный в жизни автомобиля момент. Жизненно необходимые. А как часто это нужно делать? Это зависит от автомобиля. Лучше следовать рекомендации в сервисной книжке, где указаны интервалы технического обслуживания. А между такими осмотрами есть что-то, что мы сами можем сделать? Да, конечно. Перед длинной поездкой проверьте уровень масла и долейте по необходимости, не переходя максимального уровня. Уровень масла... Дорога безопасна.